Почетные удостоверения и яркие жилеты. В Самарском городском штабе юных инспекторов движения «Новобранцы». Среди них Марина Голотовская. Девочка признается, дорогу переходит только на светофорах и переходах. В машине всегда пристегивается. Теперь этому будет учить и других детей. Она точно знает, каким должен быть юный инспектор движения и будет стараться соответствовать этому образу. Ответственным, умным, сосредоточенным, сильным, а также, чтобы никогда не растерянным был. И соблюдал правила дорожного движения. Представление новых юных инспекторов – только приятное вступление перед конкурсом школьных агитбригад. Его проводят сотрудники ГИБДД совместно с городским департаментом образования. Школьники представляют в сценке мини-спектакли, посвященные ПДД, знакам, светофорам и поведению детей у дороги. Жюри оценивает в выступлениях как творческую, так и информативную часть. Самое главное, отмечают эксперты, при подготовке к конкурсу дети навсегда запоминают правила дорожного движения. Здесь все прекрасно понимают, что знание правил дорожного движения и должное поведение на дороге – это залог безопасности и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Чтобы наши дети, которые подготовили вот такие свои творческие выступления в интересных формах, смогли еще разочек погрузиться в эту тему, в тему обеспечения безопасности дорожного движения, вникнуть в нее, взять из нее самое ценное и важное, что жизнь – это самое главное, что у них есть, ее надо беречь. Всего в конкурсе приняли участие 180 детей из 18 учебных учреждений. Жюри определяет победителей в двух возрастных группах – младший с 1 по 6 класс и старший с 7 по 11. Лучшие команды будут представлять Самару на областном конкурсе. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.